друзья. Что, узнали местность? Не узнали? Да, это та местность, в которую я приехал в прошлый раз, еще в конце сентября, и сломался, где полетел у меня редуктор. Ну, в общем, так вот, я, правда, сегодня, я приехал там 4:30, где-то так вот, поспал там до 7, что-то встал, спать не хотелось, но состояние усталое, и просто завелся, прогрелся, даже думал, встал, в кафешку зайду, ничего не хотелось, короче, завелся, прогрелся и поехал. Сейчас уже чуть-чуть раздуплился, если вдруг будет рубить, я, конечно, стану и лягу, а так поспал где-то 2 часа. Где-то 4:30 приехал, пока туда-сюда, и там как бы лег где-то 4:30, да, не, или 2:30, что-то уже не соображает голова, да, наверное, 2:30 поспал. 4:30 приехал и всем встал. Вот, я, короче, уже иду в сторону Москвы, я опять же все по стандарту, приехал груженный на стояночку, поспал чуть, думал, в столовку схожу и дальше поеду. Но получилось сокращенно. Проснулся и просто поехал дальше. В общем, так вот. В этом месяце, сегодня уже 17 число, вчера я выехал первый раз, то есть 16-го. В этом месяце на пятитоннике первая поездка, как бы, так вот. Не густо. Правда, что-то там на понедельник, вторник вроде наклевывается. Не знаю, будет или не будет. Может, как-то уже под конец месяца там, или во второй половине месяца, может, как-то пойдет. Ну ладно, короче, езжаем, раздупляемся дальше. И еще, естественно, пообщаемся. Так, ребята, ну подскажите, вот заправка ТВО, ТВО, НП. Что это за заправка? Цена очень дешевая, это что-то 51,90, 56,90. Я сейчас спрошу у этих, что там три цены: 59,90, 56,90 и 51,90. Что там за цены? Спрошу. Я тут уже заправляюсь второй раз. Первый раз заправился, вот когда сломался, ехал, заправился прямо до полного. У меня еще вот было меньше полбака, сейчас может под горку показывает больше полбака. Правда, тут заливают как-то, если наличкой по одной цене, если по карте или по безналу, ну, типа, картой оплачивать, другая цена, как-то так. Ну, короче, сейчас еще уточню и выйду оттуда, скажу. Ну, в общем, вот, тут люди заправляются, фуры стоят, даже сейчас как-то поменьше. Вчера ехал, было побольше. Ну, тут и кафешка, вон и запчасти. Такая какая-то, вот, и чебуречная там, или как она там. Это не мое. Я же перепугался. Кто этот заправлялся и так далее, знает эти заправки, скажите, напишите комментарий. Я просто в прошлый раз подъехал, куча машин, тут даже очередь стояла. И стоял человек прямо вот тут, с этой стороны, на «Газели». Газель Next Cummins. Такая свеженькая, новенькая. Я говорю, что за солярка? Он говорит, я вот машину купил новую. И говорит, я тут постоянно заправляюсь. Уже машине 4 года, все нормально. Так что, говорит, не бойся, заправляйся. То есть вот так вот. Поэтому я и вот начал заправляться. Я сейчас 150 литров взял, там чуть больше. 150 литров. У меня где-то 280, полбака, это 140, ну, там по горлышко и так далее, хочу залиться, чтобы оно было. Потому что, когда солярка есть, и по такой цене, 51,90, красота. Ну, вы, пожалуйста, напишите в комментарии, что вы знаете, что вы слышали по поводу солярки. Есть проблемы, нет проблемы, короче, отпишитесь, пожалуйста. А мы заправляемся, едем дальше. Так, я отъехал от колонки. Ехал сейчас вот автобус какой-то интересный припарковался, вон люди выходят. Я отъехал от колонки, короче, не мое вот это, что было под машиной. Это там как свежая такая лужа, и много, думаю, нифига себе, может, все-таки мое. Посмотрел, ничего не капает,
Думаю, лучше отъехать на сухое. Вот, отъехать на сухое и посмотреть. Ну, отъехал на сухое, вот, походил, посмотрел, подождал. Ни одной капли не капнуло. Вот я вам показал еще, откатился. Тоже не было. Значит, все нормально. Я тут что-то думаю, опять какая-то фигня начинается. Так, ладненько, тут надо разогнаться. Мы там груженные довольно прилично. Я думаю, где-то 5,5, а может 5,8, где-то так. Ладно, надо еще пропустить. И этот, фуры летят. Так. Вот едет на газели. Вот пустая дорога, вот если видно, пустая дорога. Не едет по правой полосе, видит, что машина перестраивается. Я его даже уже вытолкнул, потому что начал выходить сам на полосу. Блин, что за народ, блин, бестолковый, не понимаю. Все, ладно, короче, я уже 1/3 проехал дороги, то есть мне еще где-то 320 км, бак полный. Можно было еще взять, я где-то взял 153 литра, как-то так. Или, ну, грубо говоря, 155, а можно было еще литров 10-15, наверное. Ну, не подрасчитал, ладно, ничего страшного. Может быть, я говорю, в понедельник, вторник, может, пробьет, что я еще раз сюда поеду. Как раз мне хватит туда доехать, вернуться и потом сюда приехать. Как и в прошлый раз я заправился, еще полбака только потратил туда-сюда. Кстати, полбака, ну и сейчас, правда, не 140 литров, где-то 160, наверное, 170. И, грубо говоря, 1000 километров. Правда, я еще немножко ездил в Москве, как бы, там, может, километров, ну, грубо говоря, около сотни намотал, 1100 километров, где-то 170-180 литров солярки, 1100 километров. Нормалек. Ладно, едем. Ну, а, кстати, на этой солярке, может, я говорю, что бывают такие солярки, что какая-то быстро израсходуется, горит как-то. Вот на Газпромнефти, как все говорят, что расход поменьше становится. Ну, пишите, в общем, про эту заправку и так далее. Так вот, по сути, где-то 17 литров, наверное, получается, если в круг, там пустой, груженный. Встал на небольшой привальчик, походить, размяться. Мазурик потихоньку едет. Последняя поездочка, ну, большая, потому что после этого я там по Москве немножко поездил. А так вот, дальняя поездочка, последняя. Прикруплю ролик, кто не видел. Сломался, простоял 4 дня. И как-то после этого так вот стремновато, блин, чтоб не попасть еще раз, а то неохота. Так, ну где-то скажу 5,5, 5,8. Ну, передок чуть-чуть подсел. Так, не сильно, конечно, а задок вообще. Правда, чуть загрузили, блин, чуть-чуть вперед. Там немножко, но уже. Меня спрашивали даже, как грузить, потому что так и так, ну, вроде как бы объем не маленький. И боялись, что не хватит места. И так вот переусердствовали. В общем, да, я уже проехал большую часть дороги. Еще где-то 2/5 осталось. 2/5. Сейчас остановился чуть-чуть. У меня тут как обычно. Ну, уберешься потом после дороги. Но когда едешь, то водичка, то кофе и так далее. Фонарик взял на всякий случай уже, потому что думаю, мало что, сейчас темнеет быстро. Вот. Пишу вот эти чеки. Не чеки, а вот эти. Как они? Ну, тахографы. Тахограф себе
Кстати, меня останавливали два раза. И спрашивали, я говорю, пишу, как бы, ну, у меня этот европейский, годен до 25-го года, какого-то числа, даже надо посмотреть, я уже не помню. Тут табличку посмотрели на дверях, даже три раза останавливали. Один раз останавливал этот, технадзор, или как они там, Ростехнадзор, короче, вот эти, и два раза полицейский, говорит, ну, типа, я говорю, я пишу, типа, он точно пишет, все, я говорю, да, я говорю, покажу, говорю, у меня даже там сохраненные, то, что тут вот надо выбросить, конечно, я говорю, сохраненных там за целый месяц, ладно, как бы это, один, правда, гаишник говорит, а зачем ты пишешь, ты вот выбираешь тут водитель один, водитель два и автомобиль, распечатаешь и типа это, второго спросил, говорю, мне один сказал, что не надо писать, он говорит, как не надо, ну, короче, тут хер поймешь, я, короче, пишу и все. Ладненько, короче, сейчас походил чуть-чуть и откинулся, потому что едем потихоньку, не спешу, там 70, 80, 60, конечно, на подъемчиках где-то подсаживается, потому что, говорю, что чуть-чуть груз есть, поэтому потихоньку едем. Все, будем выезжать, говорю, я уже и по туалетам, и походил, и так далее, и что тянуть резину, надо ехать. Так, ну я уже в Московскую область въехал, погодка наладилась, вообще красота. Была бы такая погодка, когда вот я пыжика делаю, а то как-то наоборот, когда надо делать, что-то капает. Снег недавно был, а когда в рейсе, лучше бы в рейсе капало там и так далее. А когда дома вот так вот, чтобы можно было ремонтом позаниматься. В общем, подведем такие вот итоги. Сегодня 17 октября, 16 я вчера уехал в 9 вечера. Я, правда, 16-го приехал только там 4:30 утра с Иваново, ездил на красной газели, на большой. Приехал 4:30 утра, там до обеда поспал, потом собрался, ну, там что-то, машина стояла, говорю, я вот только выехал первый раз за месяц, и машина стояла, тут масса, я отключаю, но она как-то отключается не полностью, и поэтому идет разряд, ну, аккумуляторов, и что-то не мог завести, потом хотел давненько купить этот пусковое такое мощное, и думаю, ну, как раз не мог завести, съездил в магазин, посмотрел по хорошей вроде цене, как бы, как на Озон, на Валберес такая цена была, ну, потому что я сравнил с Озоном, один в один была, съездил, забрал пусковое, пока приехал, запустил, прокачал колеса туда-сюда, ну, короче, покушал, помылся, покушал и поехал, выехал только в 9 вечера получилось, я хотел там выехать, ну, часов в 6, там, ну, хотя бы, а так хотел и пораньше, если так брать, чтобы спокойно доехать. Сегодня приехал, пока загрузился, пока 1.5 часа поспал, там, может, 2 максимум, и вот так вот, ну, правда, доехал обратно нормально, я что-то и на сон не клонит. Вот, и получается, что 16-го, 17-го вот я прокатился на МАЗе, скорее всего, там понедельник, вторник еще должна быть поездка, но это в копилку, в октябрь, а в данный момент мы считаем за сентябрь, то есть за сентябрь я накатал 280 тысяч у меня получилось, то есть 550, если я не ошибаюсь, было за 3 месяца до, ну, июнь, июль и август, 550 там был ролик, в сентябре был. А сейчас еще 230 тысяч, получилось 830, там даже с копейками что-то, но я уже эти копейки не считаю. 832 там или 34, что-то такое. Ну, 830 тысяч. Правда, в сентябре я еще попал на редуктор, там заплатил почти 90 тысяч, но я считаю пока отработку за покупку, а вот это ремонт, который уже вкладывается,
дизель, тот же заправка, тоже ТО. Это мы будем тоже накидывать. Я просто хочу просто для себя, и если вам интересно, просто закрыть возврат полностью машины. То есть в процессе, вот как вот сейчас получилось, там накинем. Потому что сейчас у меня, я накину топливо, как буду накидывать. Сейчас у меня 19 118, 19. А я брал, было 11 тысяч там с чем-то, там 200 или что, ну примерно это. Сейчас 8 тысяч километров пробег. Но вот этот рейс я уже подъезжаю, мне осталось километров 50. Это 1000 километров. То есть эту надо 1000 отнять. Это она была в октябре. То есть до конца сентября получается 7 тысяч пробег. То есть по топливу можно посчитать. Я вот говорю, что там где-то в районе 17-18 литров, даже 19 пускай будет. Ну вот 7 тысяч километров пробежало, тут можно просто примерно там более-менее понять, сколько было потрачено на топливо. И я говорю, что запчасти, ну, вот этот ремонт редуктора, масло туда-сюда, там как бы ТОшка, ну это все как бы считается, но это мы приплюсуем потом. Сейчас пока закрываем миллион, который вложили. На конец сентября у нас получается 830 тысяч рублей. Ну, еще октябрь, там, может, ноябрь, там, как оно получится, не знаю. Но в этом месяце реально первый рейс получается на нем. Это первое. Второе. Как бы пошли дальнячки. Завтра, наверное, короче, есть Арзамас опять, Кузнецк, Ярославль, еще куда-то там, Тула вроде. Ну, короче, есть вот такие поездки. Это буквально вот с завтрашнего дня, с пятницы начинается. Так что работка пока идет. Ну, видосы будем писать потихоньку. Ремонтировать пыжик. Я уже заказал запчастей, тоже считаю. Только на пыжик я считаю пока что в сторону увеличения. Я считаю покупку запчасти для того, чтобы машина была готова к выезду на работу. Я уже купил, но это, я говорю, я покажу в других роликах, в роликах по именно по пыжику, по восстановлению. Ну, потом будем тестировать саму работу, как он едет и так далее. Ну, и потом будем считать, как мы его будем отрабатывать. Так что подписывайтесь, следите, если вам это все интересно. До скорых встреч, увидимся, пока-пока. С вас лайки и комментарии. Всего хорошего, пока.